Ирис Black Joker, Black Joker, относится к группе сибирских ирисов и представляет собой травянистое многолетнее растение средней высоты 60-70 см. Ширина куста не превышает 50-60 см. Побеги прямостоячие. Корневая система у ириса этого сорта поверхностная и сильно разветвленная, поэтому по мере роста может охватывать все прилегающие территории. Листья заостренные, линейные, окрашены в зеленый цвет. Цветонос толстый, не сгибается под весом цветков, которых может формироваться по 4-5 штукам. Цветы у этого многолетника среднего размера, их диаметр не превышает 8-10 см. Этот сорт считается загадочным и немного мистическим, поэтому цветение ириса в саду может вызывать у остальных растений благоговейный страх и веру в мистику. Верхние лепестки представлены витиеватым меланжем из темно-сиреневого и желтого оттенка, а на их фоне отчетливо выделяются плотные голубые включения. Нижние лепестки окрашены в фиолетовый оттенок с бронзовым напылением. При этом основной окраской считается голубой, сиреневый и фиолетовый цвет. Цветы махровые и имеют кайму сиреневого оттенка на основных лепестках, желтого на нижних лепестках. Ирис обладает средним ароматом. Ирис сибирский Black Joker – это травянистый высотой 60-70 см. Цветет растение в месяц июнь-июль. Окраска цветка, верхние лепестки имеют темно-сиреневый и желтые оттенки, нижние имеют фиолетовый оттенок с бронзовым напылением. Лист растения по форме мечевидный. Летом листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.